Городская больница «Партизанска» переживает период кардинального обновления. Речь не о кадровом врачебном составе, а о масштабном техническом перевооружении. В больнице появилось современное медицинское оборудование. С подробностями Илья Мороз. Еще в августе эта операционная простаивала без дела. Не было нужного оборудования, и всех пациентов привозили в другой зал. Предыдущий стол был сломан, вышел из строя, то, соответственно, операционная функционировала, оперблок функционировал не в полном объеме. Работала только одна операционная экстренная. И операции все, и плановые экстренные проводились, собственно, в ней. Теперь хирургическое отделение Партизанской городской больницы номер 1 работает на полную. Новый операционный стол прост в использовании и не требует усилий для перемещения. Придать пациенту нужное положение, поднять, передвинуть – все это можно сделать простым нажатием кнопок на пульте. Еще одно приобретение – в травматологическом отделении. Потолочная бестеневая лампа, яркая, удобная в управлении. Направлять луч света врач может сам, без посторонней помощи. На старых лампах там луч света даже на операционном поле нам направляет там санитарочка, либо кто-то еще помогает. Вот. Мы, то есть доктора в это время стерильные, они не имеют права их трогать. То в данной ситуации обрабатывается ручка, я самостоятельно могу как направлять свет, как мне удобно. Также в больнице появились два новых аппарата ЭКГ, которые позволяют точнее поставить диагноз. А в реанимационной палате установили кардиомониторы, чтобы следить за состоянием пациентов. Показывают необходимые показатели. Это давление, фиксируют пульс, сатурацию, то есть насыщение кислородом в тканях. Затем температурный датчик и каналы ЭКГ. Вся новая аппаратура приобретена по программе НСЗ, нормированного страхового запаса. Для того, чтобы получить деньги, необходимо правильно заполнить заявку, а это около 80 листов документации. Но приложенные усилия того стоят. Технику для обновления больницы можно закупать 4 раза в год. Каждый квартал, примерно около 1,5 миллиона, мы получаем оборудование. Иногда миллион, иногда 2 миллиона, но в среднем 1,5 миллиона. В ближайшее время в Партизанскую больницу по программе НСЗ привезут 3 современные реанимационные кровати, а хирурги получат электронож. А в декабре уже на деньги, выделенные из краевого бюджета, приобретут флюорограф и томограф. Илья Мороз, Руслан Мартынычев, «Панорама».